Хранитель покоев. Хусейн. Хусейн, наконец-то вы пришли. Как повелитель? Он уже в покоях? Я не знаю, где он. Не знаю. Он пролетел рядом со мной, словно молния. Я отправился следом за ним, но не смог догнать. Я потерял его след. Стража продолжает искать, а я пришел, чтобы сообщить. Повелителю очень плохо. Я только что узнал. Наш Шахзаде. Наша султанша. Да упокоятся они в раю. Аминь. Хусейн, сообщите поисковикам и следопытам тоже. Мы отправляемся в путь. Ваше горе не излечит, султанша, но это облегчит ваши страдания, придаст покой. Я хочу спать, Хатун. Заснуть и больше никогда не проснуться. Спаси Аллах. Мы только что поговорили с ней, да? Ей немного времени. Пусть она отдохнет. Дело серьезное. Отойди. Валиде Султан. Я не знаю, как сказать. Говори, как есть. Хусейн ага вернулся один. Повелителя с ним нет. Он пропал, и никто не знает, где он. Его нет, султанша, он исчез. Силахтарага, я тоже иду с вами. Тебе лучше остаться в дворце, Кеманкеш. В отсутствие повелителя может много бед случиться. Враги ждут в засаде. Наши шахзаде уверены тебе. Как только получишь новости, отправь весточку. Силахтар! Султанша? Где мой сын? Мы не знаем, султанша. Я собирался встать во главе поисков. Как вы могли отпустить его одного? Если с моим львом что-то случится, то я вас всех лишу головы, ясно? Он, этот миг не выходит у меня из головы. Если бы я не сказала Айше, что ее казнят, может, она и не убила бы детей. Султанша, вы ни в чем не виноваты. Кто мог знать, что она такое сделает? Но об этом не надо никому рассказывать. Иначе у вас будут проблемы. Я беспокоюсь о Мурате. Кто знает, в каком он состоянии, со вчерашнего дня от него нет вести. Фарья, что случилось, Атике? Повелитель брат не вернулся во дворец, а Силахтар собирается отправиться на его поиски. Фарья! Султанша!
Немедленно отчитайся. Ты нашел следы? К сожалению, нет. Никаких следов. Разделитесь. Никто не вернется, пока не найдет повелителя. Никто! Слышите меня? Никто! Фария Султан, что вы здесь делаете? Немедленно возвращайтесь в дворец. Знаю свое место. Ты не можешь мне приказывать. Султанша, мы не знаем, где повелитель. И с чем мы можем столкнуться? Вы можете быть уязвимы перед опасностью. Немедленно возвращайтесь во дворец. Я не нуждаюсь ни в чьей защите. Не старайся зря. Я не вернусь, пока не найду султана Мурата. Султанша, прошло столько дней, а от повелителя нет вестей. И в эту очередь, конечно же, государственные мужья начали интересоваться. Если правда станет известна, в столице будет смута, султанша. Надо думать о самом худшем и действовать в соответствии с этим. Мы не должны никому дать возможности. Дай Аллах, мой сын вернется целым и невредимым. А пока он не вернется, государством буду управлять я. Вам лучше знать, султанша. Я отправил вести Фария Султан, но она не собирается возвращаться. Хочет быть во главе поисков. Аллах, дай мне терпение. Султанша, у нас еще одно очень важное дело. Сегодня будет собран диван. Паши снова зададут вопросы, потому что есть документ, который должен подписать наш повелитель. Шейхулислам Хазрат Ларии. Синан Паша, я давно хотел поздравить вас с новой должностью, но у меня не было такой возможности. Да будет во благо. Да будет Аллах доволен. Повелитель так счел нужным. Как и всегда, он принял самое важное решение. Османское государство нуждается в таких ценных ученых, как вы. С именем Аллаха Всевышнего и Всемилостливого я открываю совет дивана. Мехмед Паша, повелитель сегодня не явится? Как вы знаете, он должен... Повелитель после всех этих известных событий пожелал немного отдохнуть. Он отправился на охоту. Вот как? Так, муфти эфенди. Но вопрос о назначении очень важный. Его надо решить, включая должность кадия Стамбула. Очень много должностей пустуют. Дела затягиваются, правосудие запаздывает. Новые имена немедленно должны быть подтверждены. Но не знаю, как это возможно без повелителя. Я подтвержу, муфтий эфенди. Но как это возможно, султанша? Простите, но вы не имеете на это полномочий. Имею. Повелитель сын перед отъездом назначил меня регентом султаната. Поэтому не волнуйтесь. Государственные дела не будут затягиваться. Султанша, надеюсь, повелитель в добром здравии? Он в полном здравии. Иншаллах, он вернется, как только закончится его траур.
Шейхул Ислам Хазлет Лири. Султанша? Буду ждать вас после совета дивана, чтобы поговорить о назначениях. Что вы говорите, султанша? Как султан мог уехать? И как его можно было оставить одного? Разве ты не знаешь моего сына, муфти эфенди? Если он сказал, что едет, никто не сможет ему помешать. Не волнуйся, мы его обязательно найдем. У повелителя очень сложные дни. Пусть Всевышний поможет ему. Аминь. Но это очень важно. Все должно оставаться между нами. Столица и так неспокойна. Эй, народ! Откройте свои глаза! Нас обманывают! Оказалось, Айша Султан умерла не от болезни. Она сама себя и детей убила. А Султан Мурат взял и уехал куда-то. Говорят, что он потерялся. Но вы их не слушайте. Сам великий падишах куда-то мог отправиться в одиночку. Значит, с ним что-то случилось. С ним что-то не так. Да, я слышал. Даже говорят, что он умер. Силахтарага! Это его кольцо. Повелитель должен быть где-то здесь. Немедленно разделитесь. Ищите повсюду. Бастаджи за дело. Давайте быстрее за дело. Быстро, быстро, быстро. Быстрее. Эй, народ! Падишах пропал. Пусть все соберутся. Соберите всех, всех соберите. Всех соберите сюда. Давайте пойдем во дворец. Прямо во дворец. Пусть они нам все объяснят. Пойдемте, конечно же. Пойдемте во дворец. Пусть нам все объясняют. Пойдемте, народ, все со мной. Входи. Султанша? Слухи о смерти повелителя ходят среди народа. Люди собрались у входа. Они требуют увидеть падишаха. Случилось то, чего мы боялись. Не волнуйтесь, султанша. Если понадобится, я их всех изрублю мечом, но не позволю восстать. Не время для крови. И так было пролито много крови. Я решу все своим способом. Как прикажете. Силахтарага! Султанша!
Это конь нашего повелителя. Повелитель! Мурат! Мурат, где ты, Мурат? Мурат! Немедленно разделитесь. Где ты, Мурат? Где ты? Куда ты отправился? Где ты, Мурат? Где ты? Где ты, Мурат? Где ты? Кто ты такой?
Вы считаете меня своим врагом, но самый большой враг и есть вы сами. Твои решения приносят вред твоим близким, а больше всего тебе. Ты этого не видишь, не понимаешь. Однако на самом деле ты воюешь сам с собой. Я забираю детей с собой. Не позволю, чтобы они стали жертвами твоего гнева, потому что я знаю, что однажды ты уничтожишь всех, кого любишь. Молю Аллаха, чтобы ты умирал в муках, чтобы рядом с тобой не осталось ни друзей, ни детей, ни валиде. Мучайся в предсмертных муках. Мучайся.